Сейчас покажу готовые картины. Пришла в свою художественную мастерскую. Сейчас покажу. Не, вот это не готово. Сейчас я сразу уберу. Там еще нужно будет клювик дорисовать. Так, это убираю. Видно? Один. Такая собака. Это непрозрачная, тут она голубого цвета. Когда она на белом, на белое. Ну, это непрозрачная, там тоже нарисовано внутри. Такой лев. Так, это 4. Потом тут вот эти, они готовы, но мне нужно клювики дорисовать. Вот. Тут нужно траву еще дорисовать. Вот эта собака, я думала, тоже готова. Надо нос дорисовать. Видите, прозрачный нос. Нос. Потом. А, вот это готово. А, нет. А, да, готово. Все. Вот какаду готово. Так, другая, там нужно траву дорисовать. Сейчас еще тут покажу. Вот собака, овчарка. Тоже готова. Так, кошечек я уже в тот раз показывала. Кошечки, львы. Кошечки, львы. Так, эти все готовы. А другие мне нужно будет дорисовать. Вазочки тоже готовы. Потом нужно будет подписать. Вот такая вот. Голубого тона. Вот это. Тоже нужно водой мыть. Это специально краска для стекла нарисована. Это мне нужно будет еще подписать. Другие кругленькие еще не готовы. Вот я тоже их рисую. Это только пока еще море нарисовано. Видите, внизу. Пока внизу. Так. Ну, сейчас продолжу рисовать. Забыла кабель. Пошла и забыла кабель, зарядку для смартфона. Поэтому сегодня видео будет малое. Заснято. Я думала, побольше засниму, но вряд ли. У меня не хватит батарейки. Ладно, сейчас буду рисовать. Что-то еще хотела сказать, забыла. А, новый продукт у меня в магазине, наверное, видели вот до этого видео. Наклейки, наклейки с моих картин. И такие наклейки, что не просто наклейки какие-то бумажные приклеить там в книгу или дома. А особенность их, это виниловые наклейки, и их можно даже на машину клеить. И там написано, что нужно очистить, там приклеить, и все, и на машине, после мойки все будет на машине. Специально для машин наклейки. Ну, для вот этого материала. Классно. Я очень рада. Так что я сделала сколько? 3 наклейки я сделала. 3 или 4. С моими гитаристами. Ну, прикольно смотрится. Я тоже сейчас хочу себе на днях заказать. Приклею себе на компьютер или на ноутбук такого гитариста. Там у меня гитаристы и одна кошка. Кошку я тоже, вы еще пока не видели на ТикТоке. Но уже в магазине есть кошка. Картина уже давно продана. Вот такая кошка вообще. Влюбиться можно в такую кошку. Ладно, продолжаю рисовать. Всего вам хорошего.